На борту нашего самолета. Мы благодарны вам, что вы воспользовались именно нашей авиакомпанией, потому что у нас самый старый авиапарк в стране. Нам 108 лет. Взлеты без падений – такова более чем вековая история Самарского союза театральных деятелей, который после снятия антиковидных ограничений при полном зале провел церемонию вручения главной губернской премии в области культуры и искусства «Самарская театральная муза». Я рада, что сегодня на площадке Самарской театральной музы мы все можем встретиться, посмотреть друг другу в глаза. Я рада, что это мероприятие проходит офлайн и что сняты у нас антиковидные ограничения, наши залы снова заполнены на 100%. И, конечно же, я желаю всем коллегам и номинантам, и победителям, и те, кто в этом году не получили свою статуэтку, творческих успехов. Потому что, пробуя, находясь в постоянном поиске и творя, они и создают то самое чудо, за которое мы так любим театр. На победу в конкурсе претендовали актеры 15 театров Самарской области. Каждый коллектив мог представить на суд жюри не более 2 спектаклей, выпущенных в 2021 году. Члены жюри выезжали в театры и оценивали игру претендентов. Конкурс – это такая очень интересная вещь. Те, которые сегодня получат приз и будут признаны лучшими в Самарской области за ту или иную работу, те будут говорить, что это самый справедливый конкурс, что он никогда не проходил вот так здорово. У кого сегодня не будет вот этого самого первого места, тот будет говорить, какой ты сегодня хилый конкурс. На самом деле, это очень важно для нас, потому что нам необходимо иметь взгляд на себя со стороны. Первыми почетные премии на сцене Дома актера получили солисты Самарского театра оперы и балета Татьяна Ларина и Владимир Боровиков. Одну из них вручила руководитель Департамента культуры и молодежной политики Самары Татьяна Шестопалова. Вообще, конечно, удивительно, союз театральных деятелей в нынешних условиях адаптировался к нынешней ситуации. Безусловно, сложно. Конечно, сложно. Но СТД открывает свою авиалинию. В номинации «Лучшая мужская роль в драме» победителем стал актер Самарского театра драмы имени Горького Виктор Мирный. Ему вручили статуэтку за роль Андре в спектакле по пьесе Зеллера «Папа». Он сыграл роль человека, оказавшегося в ситуации, в которой не хотел бы оказаться никто. Человека с деменцией, от которого ускользает реальность, который с каждым днем теряет себя. Несколько лет назад, по-моему, 3 года назад, мы возили в Тамбов спектакль «Жанна». И у меня там... большой эпизод, наверное. Да, там сцена идет 20 минут. И вот я получил за эту премию признание. Вот. Это вот как бы очередная награда. Но дороже всего для меня признание коллег, когда после спектакля «Папа», после премьеры заходили коллеги, именно коллеги. Известные актеры в нашем городе. И говорили спасибо за спектакль. Вот это для меня самое дорогое. Лучшей драматической актрисой стала Евгения Аржаева за роль королевы Елизаветы в спектакле Новокуйбышевского театра студии «Грань» Марии Стюарт. Спецпремию жюри за актерский ансамбль вручили спектаклю «Оливер Твист» театра «Самарта». Молодая актриса театра Анастасия Вельмискина получила направление в творческую командировку в Москву. Если бы была возможность награждать за лучшую женскую роль не одну актрису, а вы разговариваете с актрисой, поэтому я понимаю, я представляю, как ожидают и сколько будет радости у кого-то, а у кого-то будет разочарование. Но я еще раз повторяю, что выбор этот был очень-очень сложный. У нас не было абсолютного лидера. Это действительно был выбор, и выбор непростой. Всего на сцене Дома актера вручили 19 премий «Самарская театральная муза». Кроме того, премию за вклад в развитие театрального искусства Самарской области от правления Союза театральных деятелей получил заслуженный артист России Валентин Пономарев. В свои 82 года он до сих пор на сцене, а в его трудовой книжке только одна запись – Самарский академический театр драмы имени Горького. Виктория Шарая, Николай Епифанов. События.